рождения! Как тебе вечеринка? Пойдем в гараж. У меня для тебя сюрприз. Думаю, ты оценишь. А вот и подарок. С днем рождения! Я сомневалась насчет цвета, но, кажется, все-таки угадала. Ну как тебе? Нравится? Давай, открой дверцу. Посмотри, какой салон. Она твоя. Давай, садись за руль. Оцени ее. Не стесняйся. Заводи, прокатись на ней. Камеру можно сменить в любой момент. За рулем можно настраивать мелкие детали, включать радио, поднимать стекла и так далее. Давай. Где тебя носит? Знаешь, сколько мне пришлось ждать? Вот мне больше делать нечего, как ждать тут? Постой. Да, пап. Нет, еще в отеле. Да, знаю, что опоздаю. Это все парковщик. Его только за смертью посылать. Что? Как это? А, это все парень, который с виду матерый гонщик. Больше он за руль гостевой машины не сядет. Скажи ему, что он уволен. Думаю, все ясно. Знаешь, а вообще у меня есть идея. Ты считаешь себя асом? Может, довезешь до клуба Сан-Антони? Довезешь меня вовремя? Я выбью тебе место на лучших гонках в новейшей истории. Короне солнца. Ну как, по рукам? Садись за руль, посмотрим, чего ты стоишь. Поехали в клуб. Нас ждет корона солнца. Ну, поехали в клуб. Все просто. Красная точка на твоем GPS. Слово, надеюсь, тебе знакомо? Для заезда в Короны Солнца мы пригласили 8 лучших гонщиков мира. Осталось 7. Один выбыл по собственной глупости. Если сумеешь. Вот и проверим. Что там у вас?
слышать не желаю. Я уже в пути. Буду через 5 минут к моему приезду, чтобы все было готово. Ясно? Мне без разницы. Готовьте сцену немедленно. Педаль газа та, что справа. Можно тебя попросить не уродовать мою машину? Да ты убийца за рулем! И чего же ты ждешь? Жми на газ! Смотри на дорогу. Давай, поторопись, я готова. Все на местах? Окей. 3, 1. И мотор! Первый сезон заезда в «Короны солнца» открыт. Перед вами сразятся лучшие гонщики. Храбрецы со всего мира сядут на классику, внедорожники и городские машины. Мы проследуем за ними везде. Я сама буду на трассе, загоняю их до смерти. Увы, Джон Эванс в турнире участвовать не будет. Зато у нас есть новый гонщик. Приветствую. Кого назовут королем гонщиков? Смотрите «Корону солнца». И снято. Отлично. Четкий дубль. Спасибо, народ. Скрестим пальцы, чтобы так сочли и наши зрители. Тебе нужно получить диплом. Тодд Бишоп в школе классического вождения тебе поможет. А у меня дела. О, это же новый ас «Короны солнца». Тебе нужна машина. А раз с деньгами проблема, зайди к моему приятелю. Хорошие машины, божеская цена. Пошли. Эй, Джуд, как жизнь? Ну, потихоньку. Зачем пришли? Кое-кто ищет быстрые колеса со скидкой. Кое-кто зашел куда надо. Оглядись! Кое-что совсем новое. В игре 60 уровней. Они разбиты на 4 группы. Гонки, путешествия, мода, контакты. В каждой группе... Кстати, у меня есть новый убойный прибор. КТД. Конвертер трюков в деньги. Он считывает движение машины при трюках. Старайся выполнять серии трюков и ничего не задевать. Любой удар обнулит счетчик. А когда скидывать очки в банк, решать тебе. Так, сейчас я его поставлю. Ха-ха-ха!
Поглядим, как она слушается. Теперь посмотрим, как она на ходу. Пора испытать КТД. Попробую уклоняться, прыгать и входить в заносы, чтобы заполнить шкалу. После этого можно обналичить очки или копить дальше. Вот так, неплохо. Деньги бери. Ух, давай еще, дело пошло. Вот так, неплохо. Вижу, схватываешь ты быстро. Да, отлично. Деньги бери. Ух, давай еще. Дело пошло. Осталось проехать 2 километра. Осталось проехать 1,5 километра. Осталось проехать 1 километр. Осталось проехать 500 метров. Ключевые места отмечены специальными знаками.